На полу и стенах багровые пятна. В подъезде этой хрущевки, что в Октябрьском округе, шумно было в квартире номер 34. Ночью загуляли двое товарищей. Решили посидеть после работы. Он пошел на кухню. Так. Пытался за ним лед. Как стоял вот. Здесь первый конфликт? Да, вот первый удар вот пришел ко мне. Ага. Покажите пример. Ну, типа вот сюда пришел. Ага. Я ударил, взял сюда, его подговорил здесь. Все было весело и мирно, пока не позвонили одной общей знакомой. Потасовка в коридоре, затем перекур на балконе. Выпили по последней и уж было разошлись. Но ревность не давала покоя. У меня давай там на пол бах, на меня сел. И руки сделал, руки вот так вот, может как это, ну в пол вот получается. Ну ору ему, Олега успокойся, Олега усади. И просто тут же такой удар в затылок, бам, я, ай. Ну и... А пол лбом долбанулся. В ходе распития спиртных напитков потерпевший предложил позвонить общезнакомой девушке, чтобы пригласить ее также для распития спиртных напитков вместе. Осуществил звонок, пригласить не получилось. Тогда обвиняемый взял телефон потерпевшего, также совершил звонок, но девушка отказалась приходить, и на этой почве произошел конфликт, который сначала был словесный, потом нанесли друг другу обоюдные удары, после чего обвиняемый нанес удар ножом. На этом драка пьяных приятелей могла и закончиться, если бы гость, а теперь подозреваемый в преступлении, не вернулся за своей шапкой. В кармане мужчины оказался нож. Случайно или нет, выясняют следователи. Он вышел, да? Вот он на меня, он так же вот он с порога прям на меня летел, блин. Но он нож бежал, я хотел бы, чтобы это показать, что это. Получилось, что я его тыкнул. Вот. Зафиксируйте, пожалуйста, удар. Ну как вот нож, не бил ничего, не произвольно, ничего, чисто даже без. Обвиняемый заявил, что нож планировал применить исключительно для самообороны. От одного удара в брюшную полость потерпевший упал на лестничную площадку и умер в тот же день в больнице. Скорую помощь вызывали соседи. В настоящее время в отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105. Обвиняемый у нас ранее не привлекался к уголовной ответственности. Характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место работы. Расследование этого дела продолжается. В полицию Тевриского района обратился житель небольшого села Петрово. У 72-летнего пенсионера из гаража угнали старенький «Москвич». Оперативники установили, вор взломал навесной замок. Так он проник в гараж. Сельчанин вспомнил, что накануне к нему приходили несколько подростков и просили дать машину покататься. Он им отказал и отправил домой. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий информация о причастности к угону четырех приятелей от 14 до 16 лет подтвердилась. Выяснилось, что, получив отказ, они подперли входную дверь пенсионера, затем взломали навесной замок гаража, где находился автомобиль. Ключ был в замке зажигания, бензин в канистре рядом. Заправили дедушки на раритет и поехали кататься в сторону Устишима. Когда закончился бензин, подростки бросили машину на окраине села и разошлись по домам. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Угон». Погоня. На восточные инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку с выключенными фарами. Сотрудники полиции неоднократно требовали остановить автомобиль. Однако водитель только набирал скорость, после чего на пересечении улиц Лукашевича и Дианова не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Вот он. Молодой человек из иномарки убежал с места происшествия. Пассажир остался сидеть в салоне. Позже он рассказал полицейским, где можно разыскать водителя. А также признался. Автомобиль угнали с автомойки на улице Волгоградской. А почему убежали? Испугался. Ранее угоняли автомобиль? Нет. К
Кому принадлежала идея с угоном, выясняла следователь городского отдела полиции номер 2. Установлено, Амичи 27 и 29 лет, старший из которых уже полгода работал на автомойке, помыли машину, после чего решили на ней прокатиться. Каждый по очереди садился за руль. По пути в продуктовый магазин их заметили инспекторы ГИБДД. Следователем отдела полиции номер 2 в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Ранее фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сумма материального ущерба, причиненного владелице иномарки, составила 300 тысяч рублей. ДТП с участием пассажирского автобуса. По сообщению госавтоинспекции, в районе спуска с виадука в направлении улицы Завертяева произошло столкновение грузовой «Газели» с пассажирским автобусом «ПАС». От удара грузовик опрокинулся. По данным ведомства, в момент происшествия в салоне автобуса находилось 4 пассажира. Никто из них за медицинской помощью не обратился. Очевидцы сняли аварию и выложили видео в сеть. В комментариях пассажиры автобуса пишут, что в салоне было 10-15 человек. К моменту приезда госавтоинспекторов многие разошлись. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель автобуса оказался заблокирован в кабине. Ему помогали выбраться через форточку. По данному факту полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. Жесть. Официальная группа ВКонтакте.